Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. На наши отчи и земли. Тут порядочное дело. И гарда насадят. Что за времена зимы? Приветствую. Бери. На Хиндерсфьяле Йеннефер и Геральт узнали, что Цири действительно вернулась на острова и вновь присоединилась к таинственному чародею. Тот вместе с девушкой отплыл на лодке в неизвестное место. Затем лодка вернулась, но только с одним пассажиром. Им было отвратительнейшее, безумное создание. Существо это попало в руки Ярла, который продал его какому-то купцу в Новиграде. Хеймдаль хранит клан Тирших. Кровь королей. Для Дручиона ближ... Что у тебя есть? Thank you.
говорила. Против вас не одно чувство. Шеклата у тебя есть? Я ей тараканом давлю. Так что ты смотри. Я посмотрю, не будет. Торгум, зачем тебе одному такой большой дом? Они уже не вернутся. Один ты остался. Чем его чинить, переехал бы ко мне в Лар. Хочу взглянуть. Не хочешь?
мужчину с материка. А мой отец бьет черных. Привет. Покажи. Я хочу.
Курганов там больше, чем людей. Он здесь властвует. На нас их тоже могли напасть. Из Нильфгарда? И ты согласилась, чтобы он с ним ложе делил? Он бы ее не из Нильфгарда, правда? А кто же? Пойдешь со мной на пил? Я жжу, проглотил. Вместе веселее будет. Чего-чего? Бога тебе этого не простят! Ты нам тут не нужна, ведьма! День доп... Какая-то... Бывает и... Чем нет? Эх! Покажи. Как насчет партии? Ярво представьтесь. Он здесь властвует. Меня... Но надо пол... Опа. Не хочешь сыграть?
Надо тебе подольше на островах пожить. Хоть сил наберешься. Ого. Портки, будто Рагнар Рёк пришел. А это всего нашего башня. Ну и витрила. Соберем воинов и вперед. Снова и говорю я вам. Слышишь? Значит, кто вас поведет? Чтобы бить чёт. Покажи. Работа у тебя. Приветствую. Не хочешь?
Дождя-то ход наплыла. У нас тут порой похуже погода бывает. Я-то издалека таких, как ты. Дождя-то ход наплыла. У нас тут порой похуже погода бывает. Приветствую. Не желаешь сыграть в Гвинт? Привет. Не желаю.
дрожишь, а? Что стряслось? Будут. С чем? Покажи. Я бы не открыл.
просто порой похуже погода. Ну что говорит. Там? И не в такую погоду в бой выступали. Ты так страшно правду выглядишь. Говорили предсказатели. Дьявол. Покажи. Не знаю, буду я что-нибудь. Говорили предсказатели. Возьми плащ. Приветствую, не... А какие здесь? Ну, не знаю откуда. Покажи. Что скажешь, значит? Thank you.
пришел издалека. Подожди-ка. Фу, дождя-то кот наплакал. Привет. Привет. Позволь. Увидим. Удачи тебе. У нас тут порой похуже погода бывает. О. Эй, ведьмак, у меня для тебя есть предложение. Ну, кто со мной выпьет? Может, и хорошо, что подошли к нему. Привет. Ведьма. Посмотрим.
Да пусть тебе льет. Дождя-то кот Чего вы от меня хотите? Вижу. Давай лучше сыграем.
Может, и хорошо, что подожди. Ну как? А с чего бы им не... Погляди. И каждый день... Как насчет партии в...
Может быть, хорошо. И думай, что делаешь. Какой-то ты с лица нездоровый. А что я говорил? Нет на островах такого, чтобы с тобой равняться. Может, радуга